Добрый день! Студия Самоделкина продолжает свое вещание. Сегодня мы приобрели вот такой вот аппарат. И вот он в таком состоянии. И что удивительно, буквально через год он будет совсем другой. Как вы думаете, что это за аппарат? Аппарат этот называется ГАЗ-М1. Легендарная М-ка. Двигатель, я думаю, вполне запускаемый. А вот рама, конечно, беда. Рама совсем плохо. Если все железо меняется, то рамы нет. Думаю, что-нибудь придумаем. Вверх бодрый. Как вы считаете, Валдис? Глядачей. Ну, вероятно, это все, что он хотел сказать. Он занимается очень важным делом. Мы подбираем темп на ЗИС-5. Какой из этих темпов подойдет, учитывая то, что вот эта палатка, вот этот темп, не помню от какой машины, а вот это просто кусок брезента. Но тоже неплохо, что он есть. Пригодится. Ну, в общем-то, на этом всего вам самого наилучшего. Ждите наших репортажей.